Итак, господа, всем желающим купаться в реке Волга, мы видим ИАК, видим большие плывущие пятна, какие-то мутные, непонятные по утрам, а днем, кстати, этого нет. По утрам вот такие вот пятна, и там вон пенка еще плывет. Давайте дальше посмотрим. Да, и вот смотрите, другой конец Волги, мы видим такие же пятна. И причем днем, когда их едешь, часов 12, 4, там, не знаю, в 3, в 2, этих пятен уже нет. Так что вот так. Так, господа, мы видим пенку белую, да? И здесь мы видим муть какую-то непонятную. Надеюсь, это нормальные отходы, а не какая-то параша. Вон там еще рыбаки ловят. Короче, всем купающимся в Окее, Волге, желаю вам удачи, чтобы у вас не отросла третья рука.